Солист группы M-Band Анатолий Цой вернулся на родину. Певец представил в Алматы собственную коллекцию лимитированной одежды. Да-да, Анатолий Цой стал дизайнером. Так сказать, моя отдушина, мое хобби, то, чем я занимаюсь в свободное время от сцены, я создаю одежду, вкладывается во все это душа, огромная любовь. Мы очень трепетно ко всему подходим. Стиль больше casual, то есть это одежда, которую можно одевать повседневно, можно одевать и на выход. Оказывается, создавать одежду Цой мечтал еще задолго до участия в популярном бойз-бенде. Впервые эта идея пришла к нему около 5 лет назад. Для того, чтобы молодые люди могли позволить себе, скажем так, недорогую одежду, но качественную. Прилетев всего на пару дней, Анатолий хочет успеть все. Порадовать поклонников одеждой, автографами и фото. Встретиться с родными и близкими, насладиться природой родного города. У нас наичистейший воздух вообще просто. И мне не хватает вот таких гор, которые находятся рядом. И когда ты в любой момент захотел просто подняться на вершину горы, подышать чистым воздухом, ты взял и поехал, то, к сожалению, таких гор в Москве нет. Ностальгия по родине заставляет певца следить за казахстанским кинематографом и шоу-бизнесом. Говорит, что рад видеть на сцене все больше молодых талантливых исполнителей, помимо тех, кого он знает давно. Я знаком с Nighty One, знаком даже лично, потому что мы с ними пару раз уже выступали. Что касаемо музыки, если не брать внешний образ, то я могу с точностью сказать, что у них крутая музыка, и все очень грамотно, четко подобрано, все делается с большим умом. Далее по плану у Анатолия фан-встреча и презентация одежды в Караганде и Астане, после чего он снова возвращается к плотной работе в группе, чтобы радовать поклонников M-Band новыми хитами и клипами.